В России выявили 2 случая заражения новым вариантом коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инциденты зафиксировали в Ростовской области и в Башкирии. Сейчас вирус распространяется по Европе. Симптомы схожи с предыдущими вариантами. Лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Чтобы защитить себя от COVID-19, необходимо соблюдать меры профилактики, напоминают специалисты. Нужно использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение. В период повышенной активности вируса лучше оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание. Особенно это касается людей с хроническими недугами и старшее поколение. Кроме того, медики советуют заранее вакцинироваться. Делать это нужно, когда нет никаких симптомов болезни.